Эй, всем привет! Город Сан-Ремо. Как всегда на канале солнце, море и хорошего настроения. Меня зовут Алексей Азаров. Сегодня мы на последнем этаже Аттико по-итальянски пентхаус. По-ненашнему продаются апартаменты с гаражом. 110 метров квадратных плюс 100 метров терраса. Апартаменты достаточно очень просторные. Три спальные комнаты, две ванные комнаты. Такая вот терраса большая. Я уже как-то их снимал, но просили еще раз снять. Сейчас вот сегодня снимаю еще разок. Находимся в кондоминиуме. Из, там, по-моему, 4 домов. Въезд. В апартаменты приходит свой лифт. Здесь потихонечку люди переезжают. Я вам показываю сейчас именно потенциал, потому что апартаменты под реставрацию с камином. Камин, это зал. Ёлки-палки. В общем, не разобрался. В общем, лифт. Сорян. Ключ только у вас от лифта. Все. Это вход основной. Кухня. Там есть небольшой балкончик. Спальная комната с выходом на террасу. Спальня с выходом на террасу, небольшая. Ванная комната с душевой кабиной. Раз, два. Окей. И здесь у нас большая спальня. С видом на море и выходом на террасу. Все комнаты с выходом на террасу. Понятно, что здесь можете цветы поставить, там барбекюшницу, лежаки, такая
маленький дом. Маленький домик. И еще одна ванная комната с ванной. Камин не очень порадовал, очень порадовал камин, потому что не в каждом аттику есть, пентхаус есть камин. И терраса достаточно очень большая. Понятно, что надо делать ремонт, но в любом случае объект очень интересный, так как на последних этажах мало что продается. Так, спустились вниз. Вот ключик от вашего этажа. Вот. Нажимаете, подключаете и себе сразу приезжаете в апартаменты. Сейчас вам покажу немножко кондоминиум снаружи. За ним достаточно следят хорошо. Консьерж. Мимо него не проскочит и муха. Это все такой большой комплекс. Кондоминиальный. А вот наш гараж. Хотел показать вам. Видите, сразу видеокамера. Спускаемся, все, едем или в город 3 минуты, или на автостраду. Очень ухоженный кондоминиум. Для друзей есть вот эти белые места свободные, кондоминиальные. Очень удобно. Тут даже беседочка, лавочка есть. Все, на связи, спасибо. Вся информация будет на нашем сайте razorav.ru. На связи, пока.